Зараз грузять до машини тіла двох жителів Балаклії, які були розстріляні ввечері 6 вересня росіянами, які тікали з міста. Просто ще не було навіть темно, вони розстріляли двох молодих людей, друзів, які їхали на машині в центрі міста. Небайдуже жителі Балаклії захоронили їх разом однієї братської могили. І зараз ми показали на весь світ всім журналістам цей злочин росіян, які в останній день окупації Балаклії винесли з собою життя двох цивільних громадян. Мати довезли в Балаклії і говорить, що вона вважає. Почему ніхто не восстане? До сих пор його терпять. И пока он жив, мы будем его бояться. Поэтому я ему желаю самого страшного суда. И пусть в первую очередь россияне, которые там верят ему и считают, что он, я не знаю кто, они живут в империи лжи в России. Они живут в империи лжи, он врет все на каждом шагу. И пришел к нам на Украину со страшной целью убивать, разрушать. Он убил моего единственного сына, которого мне никто не вернет. Я не знаю, если бы у меня сейчас стоял бы он возле меня, я бы убила с его же страшного оружия. Поэтому я прошу всех матерей, у которых есть дети, которые есть, которых будут, восстаньте все против этого убийцы, восстаньте. И наказать его надо, наказать, наказать, еще раз наказать самым страшным судом. Я прошу и Бога сейчас, он меня видит, он меня слышит, прошу, накажите этого убийцу, чтобы никогда, никогда никуда не пришел с оружием, а он еще где-то воюет, он никак не останавливается. Давайте всем миром остановим его, и я сколько буду жить, для меня сын мой, для меня будет всегда жить. И я буду бороться за мир и за всех детей, чтобы ни одна мать не теряла, так как я сейчас потеряла. Прошу вас всех, вот вы журналисты, вы средства массовой информации, вы все видите, не бойтесь. Говорите все да правду о нем, а не льстите таким убийцам, как Путин. Прошу вас. И всем, всех прошу, помяните моего сына. Кто знал его, кто не знал, у меня сын был самый наилучший, самый наикращий, как для каждой матери. Мой сыночек, и я прошу Бога, пусть он там попадет в рай. Пусть он не испытает больше того, что он испытал вот этой боли убийцы. Больше я не могу ничего сказать. Боритесь все за мир. И наказывайте таких людей, как Путин, а его в первую очередь. Это было 7 числа вечером. Он пошел, сказал, мама, я пройдусь недолго, приду до комендантского часа. Я ждать не дождусь, нету, нету. Ночью нету, и утром только закончился комендантский час, думаю, буду выбегать на улицу, где искать. И вдруг женщина знает, подходит, говорит, пройдите сюда по такому-то адресу. Я говорю, что случилось? Сразу говорю, он жив, она говорит, я ничего не знаю, мне вот это самое страшное. Иду, смотрю, думаю, он высокий ростом, думаю, он стоит, наверное, его задержали. А это был вечер как раз, когда он вышел. Это был последний день бегства этих рашистов с Балаклеи, бегства. Они тут метались, ехать сделать техника. Техника облеплена была солдатами, как мухами чего-то. И сверху, и снизу они текали. И мой сын с другом на машине попал. Вот в центре как раз, под обстрел. Они вышли, там очевидцы, которые видели, расскажут, что их человек 15-20 с автоматами вышли со двора дома и в упор расстреляли эту машину. В этой машине был его друг и рядом мой сын. И я, когда подошла, увидела эту картину ужасающую. Я кричала на всю Балаклею, думала, и небо разразится. Я кричала на Путина, проклинала всех войну эту, Путина. Ну, сына мне уже никто не вернет. Не вернет. Я поклялась, буду, сыночек, я буду жить и бороться за тебя для того, чтобы отомстить, чтобы наступил мир на земле, чтобы этого человека вообще не было. И сказала, пока Путин жив, покоя нам не будет. Как звали вашего сына? Петр. Сколько ему было лет? Ему было 49 лет.